Всем привет, с вами Стив. Сегодня я вам покажу, как изменить голос в программе Camtasia Studio. Для начала вам нужно как раз таки записать сам голос. Чтобы это сделать, вам понадобится звукозапись или что-то другое. Начинаем запись. Раз, два, три. Останавливаем. Сохраняем. Любое место я сохраню на свою флешку. Так. Не смотрите на это. Я тоже смотрю, знакомьтесь. Так что? Так. Сохраняется. Теперь надо перенести. Так. Открываем то, что у нас здесь. Так. Не то. Так. Анимации. Я вот эту папку переместил все это. Да не смотрите на это все. Это просто так, такое вот. Это все удаливаю папки и все, что нужно для моего видео. Так. Теперь переносим на шкалу. Так. Вы можете редактировать аудио. Вот. Раз, два, три. Вот. У нас получилось довольно качественно. Теперь мы можем... Как сделать такой голос медленно? Нам нужно вот здесь. Экспериментируйте. Я поставлю 90. Раз, два, три. В принципе, ничего необычного. А вот теперь... Вот. Раз, два, три. Голос не такой же быстрый, так. Теперь делаем вот так. Раз, два, три. А теперь попробуем до 10 уменьшить. Вот мой совет. Экспериментируйте. Попробуем до 50. Три. Раз, два, три. Вот такой вот голос можно использовать. Вот если вы хотите создать попротика Sonic XZ, или просто сделать видео, где типа вы это Sonic XZ. Так. Давайте теперь поставим на максимум. Так. Ок. Это какой так дом, говорю, блин. Ладно, ребята, это все закачано. Данное видео. С вами был Стив. Всем пока!